Ну, общий комментарий по игре. Ну, общий комментарий, что была хорошая игра после перерыва, да, после новогодних праздников. Всех с Новым годом. Хочу поздравить в первую очередь всех болельщиков, всех телезрителей, всех любителей мини-футбола. Вот. А по игре, что сказать-то, играли, вроде бы хорошо играли, но ошибались после такой паузы, да, здесь как-то было много эмоций, хотелось играть и допускали глупые ошибки, и просто-напросто сами отдали эту победу. Будем настраиваться на завтрашнюю игру, будем пересматривать моменты и, надеюсь, завтра не допустим таких глупых ошибок детских, и все будет нормально. То есть основная причина эмоций, да, в первую очередь? Да, в первую очередь эмоции, где-то не перетерпели, где-то вроде бы хотели забить, сами не забили в пустые ворота, когда должны были забивать, и это мини-футбол, тут не забиваешь, ты забиваешь тебе, и вот мы ошиблись буквально в простом моменте. Непонятный фол придумали сами себе, и 10-метровый, и гол в нашу ворота. В втором тайме вы перехватили инициативу, когда забили шестой мяч, было ощущение, что уже не отпустите? Да не знаю, не сказать, что как бы мы во втором тайме перехватили только инициативу. В первом тайме мы контролировали игру, мы создавали очень много моментов, но мы сами ошибались, опять же говорю, неоправданно. Где-то рикошеты, отскоки, это зал Сибиряка, это нестандартная площадка, она меньше обычной, поэтому они здесь тренируются, им это нравится, хотя это ужасная площадка, и здесь все рикошеты, все возле ворот, игра непонятная. Ну, как все на все играем, вот то же самое получается здесь. Завтра с другими эмоциями уже, значит, выйдете? Да, конечно, завтра будем с другими эмоциями, мы понимаем, что мы отдали 2 очка команде соперников, то есть нам нужно набирать очки как можно больше, потому что потом будет сборная, да, много игроков поедет в сборную, и выпадет большая нагрузка на игроков, поэтому нам нужны очки, нам нужно добирать все, и завтра мы будем 100% играть на победу.